Здравствуйте, дорогие огородники! Сейчас я нахожусь в биовегетарии компании Green Peak. Почему я сюда приехал? Я сюда приехал, конечно, перенять опыт создания такого биовегетария, все технологии, на чем основано выращивание именно овощей именно в этой компании. Почему? Потому что они пропагандируют только экологическую чистую продукцию без применения каких-либо химических препаратов, без применения минеральных удобрений, потому что вся компания была основана на производстве биогумуса с помощью червя. И уже потом пришли вот к таким вот биовегетариям. Сейчас они даже расширяются, задумываются о больших экопоселениях и так далее. Но я-то хочу именно на своем маленьком участке создать вот такой замкнутый небольшой циклик, где у меня тоже будет небольшой биовегетарий. Если эта тема вам интересна, то я, конечно, буду ее развивать и дальше. Постараюсь почаще приезжать к ним, попытаюсь узнать, получить технологию создания поселения или создания именно почв на основе биогумуса, поскольку они выращивают, конечно, не на одном биогумусе. Посмотрите, вот у них грядки, да? Вот какая замечательная почва. Я вижу, что тут есть песок и так далее. Но сколько чего? В какой пропорции все это делается? Это тоже надо знать. Поэтому еще раз, если сама идея биовегетария, удлинение периода выращивания овощей почти до круглогодичного, то это та идея, которую я хочу затронуть и хочу вам поподробнее рассказывать. Но, конечно, от вас должны быть какие-то отзывы в том плане, нужно ли это вам, хотите ли вы узнать чего-то побольше об этом. И если какие-то у кого-то уже наработки, подводные камни, у кого-то есть уже какие-то примеры применения подобной технологии, подобных сооружений и так далее. Итак, тема задана. На мой взгляд, тема очень интересная. И надеюсь, что она будет также интересна не только мне, а большинству из вас. На этом сегодня пока все. До свидания. До скорых встреч.